Друзья, хочу вам показать аншлаг на парковке. Парковка просто бесконечная, я такого не встречал. И вот здесь чуть-чуть машинки. Итак, здравствуйте, друзья. Мы приехали в остров мечты. Конечно же, ради Рамира. Это такой наш московский Диснейленд а-ля. И я с удовольствием тоже схожу, потому что я никогда там не был. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте, ага. Иду. Здравствуйте, дорогие друзья. Дубль 2, кадр 18. Рамир, привет. Привет, ты счастлив? Да. Ты сейчас увидишь то, что никогда не видел. Как даже мама и папа никогда не видел. Я тоже не видел, не переживай. Даже, а вообще, в принципе. Но меня пугает, что людей нет. На самом деле, мне кажется, хорошо. Я пока что закрой глазки. Вот, вот, как это выглядит с улицы. Но мы еще выйдем на улицу посмотреть, конечно. Так, ладно, пойдемте. Красиво! Здесь прям какой-то, как это, знаете, в Голливуде. Все такие какие-то разные постройки, как будто ты идешь по какому-то кварталу, району. Счастье полные штаны. Ну вообще красиво, если честно, ребят. Ой, фудкорт я уже вижу, это тоже не может не радовать. А сам парк, вот, нужно до него идти. Рами! Джордан что-то там какие-то подарочки дарит. Рамир бедно видел автоматы и уже не хочет на остров. Ну, Рамирчик. Вот я в предыдущих видео вставлял музычку, наверное, это мой рай. То на море, то еще где-то, здрасте. Нет, спасибо. Я вам хочу сказать, друзья, вот это, наверное, это мой рай. Это же все сладости. Сладости. Особенно вот те. Вот сейчас пойдемте, я вам покажу. Вот они. Наверное, это мой рай. Как же это все красиво выглядит. С ума сойти. Это мармелад. Орешки вон какие-то. Добрый день. Здравствуйте. За вкус кока-колы сразу видно. Ну посмотрите же на это. Это же рай. А наше в детстве только ириска, к зубам прилипшая. А тут челюсти. Ну я, конечно, шучу насчет ириски, но все равно такого изобилия не было. И вот, посмотрите. Музыка, вот зачем ты здесь играешь? Почему я должен потом был делать нарезки? Я такое, кстати, видел в Нью-Йорке. Это же это, как ее, халва. Ой, один из цветов реально. Да ладно, хочется зеленый. Давайте зеленый, ладно. Ему огромный, может, не нужен. Чтоб влажненькое было, да? А что, так не прожить? Не думаю, не знаем. Ага. А вот в наше время никак не увлажняли, это на пляже все делали всегда. Ничего.
Я боюсь тебе подходить. Почему? Не знаю. Кстати, на всех его видео я был вообще-то за камерой, правильно? Или за стеной? За кем? Да, многие пишут, что это. Но меня нету якобы, оказывается. Ну как это нету? Ну я же говорю, за все время съемки Максима я был здесь. А целое видео я посвятил своим друзьям. Да? Ты вообще смотрел его? Нет. А, ну, правильно, так, зачем? Не стал. Покажи, покажи. Я подойду к маме. Покажи. Ой, счастливый, смотри, как красиво. Так пахнет попкорном, что у меня аж плохо. Ну вот, друзья, вот это вход, и мы идем туда. В общем, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. Мы с Ерланом уже что только не поделали. Ходим, гуляем, болтаем. Сколько уже? Минут 40. Минут 40. Очередь на вот этот аттракцион. Вообще на любой. Я вам хочу сказать, если вы, конечно, вот у вас железное терпение, очередь она идет оттуда. И вот, ну, я думаю, что еще минут 30. Как минимум. Это ожидание одного аттракциона. У кого железные нервы, то welcome. Если нет этих нервов, тут делать нечего. Это при том, что на улице шикарная погода, здесь мало людей, и потому что люди гуляют. Здесь будет битком зимой. Дорогие гости, приглашаем вас на шоу «Хэллоу Кидс», которое начнется через 5 минут в зоне. Так, ну что, друзья, не прошло и часа. Где же? Вот сейчас они должны пойти на этот аттракцион. Ура! Они пошли. Жора, мы тебя любим. Мы выдержали этот час. Итак, дорогие друзья, срочный репортаж. Мы первые. Да, встречаем этого чемпиона. Маму управлял. Маму управлял? Ну, какие впечатления? Как вам, какие, что вы испытывали этот момент? На горке, да. Ожидание час. Я орал вот так, пап. Я орал. Вот они, пожалуйста. Самые настоящие эмоции. Да, да. Оно стоило того, да? Оно уже охренеть. Я или Рамир? Просто управляй, попадай в красный мигалит. Ну, давай, Рамир, только не подведи, пожалуйста. Готовы? Ты готов? Поехали. А, на водой писит. Папа! Ну, видите, струей нужно упасть. Ребенок выиграл первый приз. Знаете, чего здесь очень не хватает? Примерно очередь ожидания на каждый аттракцион в районе часа. Это, кстати, написано возле каждого. Не хватает очень лавочек, ребят. Вот одна лавочка на всю округу. Ну, для таких, как я, ну почему не поставить ожидающим? Смотрите, как нам довезло. Давай, иди сюда, мой мальчик, иди. Мы нашли прям вторые, представляете, подошли. Ну, правда, машинки там маленькие, но не важно.
хоть что-то ребенку порезвиться. Пока Джордан стоит соседний, на большие машины. Ты готов, Рамид? Не боишься? Посмотри сюда. Молодец. Да, я сяду. Хочу почувствовать себя папой. Давай. А вот папа просто один захотел. Ну все. Ой, она шатается. Слушайте, залез я. Дядя почувствовал себя. Держи. Ты не боишься? Ну ты же гонщик, ты известный. Это же Феррари. Это не Феррари. А мои коленочки мои такие скромные. Сели и поехали. Они сели. Это что было сейчас? Ты вообще видел? Я тебе хочу сказать, что это страшно. Это страшно, тебе нет? Смотрите, как они гоняют впереди. Резко, раз так. Что, дорогие друзья, самая приятная часть нашего приключения сегодняшнего, это, конечно же, пиццерия. Как же я ждал этого момента, а? Скромненько, один кусочек, четыре сыра. Вкусно. Вот колбаска, видишь, много разных. А ты мне не надо. А? Давай в них уберу, хочешь? Приятного аппетита. Так, не надо было. Смотрите, какой розовый мир. Кстати, сегодня здесь выступает Дима Билан. Бесплатный концерт. Здесь часто выступает кто-нибудь. Я видел из артистов. Где, правда, проходит, я не знаю, но... Сам факт. Не красавица же, а? Друзья, в общем, я там уже замучился ходить, если честно. Я вышел на улицу, здесь громаднейший парк. И вообще было объявление, что сегодня выступает Билан. Пока я его не слышу, какая-то группа. Сейчас подойду поближе, посмотрю. Какой здесь бассейн, смотрите. Я не пойму, здесь все купаться можно, что ли? Песни странные, конечно, тексты песен. Пожалуйста, не заходите в фонтан. А, это фонтан, это не бассейн. Как здесь клево, никогда здесь не был. Кто это поет? Люди, скажите, смотрите, здесь сколько столиков. Прям продолжение новой волны. Продолжаем.
Вот вам и концерт Билана. Я как раз попал на песню свою любимую «Держи, держи, руку мою держи». Очень нравится эта песня. И вообще он мне нравится как артист. И он, кстати, я не знаю, по-моему, я уже говорил, он смотрел все мои прямые эфиры с Тони Кантридзе. И как-то встретились где-то там в гримерке в коридорах. Сказал, что очень классно. Посмеялся. Вот так. Салют в честь вас. Нас. Конечно, вас. И давай! Сваливаем, да? Давай, кричи. Ура! Ура, мы уходим! Ура, мы уходим, да? Мир на фоне салюта. Смотри, тут папе. Так что это за машина, ты отгадай. Да. А лучше вот. Так, дорогие друзья, по стечению обстоятельств, представляете, куда меня попросил Ирлан привезти? Говорит, отвезешь, говорит, меня, говорит, магазин Доктор Хэт. Представляете, это тот самый магазин, с которым мы долго с вами разбирались. Сейчас я им сделаю репутацию. А я купил наушники, они мне отказались принимать. Сейчас я приду, подождите. Там маски дают, кстати. Не, ну это ж надо так, а? А я ведь зарекся больше сюда никогда не ходить. Но не могу отказать. Сейчас надену маску, чтобы меня там не узнали. А где он есть-то? Так, проходите аккуратненько. А что вы там делаете-то? А? Что там? А? Что там? Продавцам. Нифига себе, какая тут студия. Ну давай нашу Калинку-малинку. А? Я тоже умею. А еще могу вот так вот. Да, да, прицениваюсь. Имей в виду, что назад товар не принадлежит возврату. Возврату. Смотри. Ты умеешь играть? А надо учиться. У тебя семья такая музыкальная, ты чё? Ну, мама поет, папа вообще гений. Ты чего? Смотри, собачий вальс очень легко. Пара-пум, пам-пам, пара-пум, пам-пам, пара-пум. Видал? Да, красивый рояль, что скажешь. На самом деле, ребят, вот я без дураков, несмотря на то, что я на них обижен, конечно, сильно, но магазин крутецкий, вы просто посмотрите. Здесь какая-то студия, они там вон микрофоны выбирают, все дела.
Специально, чтобы заходишь, это интересно. Она не открывается. О, прям студия. Здесь там еще? Остался. Какая шумоизоляция здесь, да? Как у тебя в студии? Так интересно. Ничего я снимаю, но это мы для себя. Ну, все хорошо. Винтажные были у вас, они сейчас для куда здесь? Это ЕА-87. А, нет, прошу прощения, это ТЛМ-67. Да, может быть. Угу. Ой, Вероник там играет. Так, это ТЛМ, это тоже ТЛМ. Тоже ТЛМ это? Ну, это 67-й. Да, все, понял. Ну. Да не, не надо подать ТЛМ сразу. А почему именно на эту линейку не обращайте внимания? У меня ТЛМ-ки есть. Так, ну, это не пробовал, но... Так они же все разные. Ну, давайте. То есть у вас какой-то ТЛМ? Здравствуйте. Заходи туда. Прикиньте, здесь сразу студия, вы можете все опробовать с невероятной шумоизоляцией и даже поиграть на барабанах. Ну, я, конечно, да. Поиграем, не ковыряй в носу. Это не красиво. Ты воспитанный мальчик. Самый прикол, что тот продавец, который мне их продавал, вот сейчас там сзади. Но я не хочу к нему подходить. Пошли. Что-нибудь из раннего. Все, Рамир поставили в угол. И не нужно хлюпать. Ты балуешься. Ой, артист. А ну иди сюда. Иди сюда. Смотри. Ой, смотри. Ой, смотри, что здесь играет. Закрыл уши. Рамир, иди научу играть. А почему ты улыбаешься, а? Скажи мне, пожалуйста, ты же в угол встал. Ой, не могу. Ну, дорогие друзья, конечно же, не мог не привести ребят на свое любимое место. Хатынское поле, фонтаны. Вот здесь что-то катаются люди. О, смотрите, как классно. Давай прокатишься, Рамир. Ой, тут высоко, реально, я не хочу. Не бойтесь. Нет, я боюсь. Да не высоко, это как на руках. Такая тяжелая. Нет, я... Спасибо. Да не бойтесь, посмотрите, он ребенок идет. Давай, залазь, едь. Ну, нет, да. Давай. Давайте ребенок, а потом... Проверим на ребенке, да? Да тут уже много. А как его... Нет, ты должен его посадить туда, он не садит. Ну да, я говорю, он должен сесть там. Давай, садись. Ой, спасибо вам. Держись. Держись. Крепко держись. И поехали.
Бесплатный аттракцион. Опа! 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 Пап, останови, пожалуйста! Все остановилось! Ну, понравилось? А что мам не снимает? Ну-ка. Готово? Готово, мам. Все, готово. Да, все. Три, два, давай, маму. Макс, раз, два, три. Отойди, мам! А, я тяжелая слишком. Смешно, моя. Ой, я говорю, там прям пищит. Давай. Ой, посмотри. Убегала, так далеко уехал. Берегите яйца, называется. Ну клево, иди. А что он могу? А он такой, да. Я могу только, уйди. Очень горло пересохло от ветра. Да. А Рамира позавидовала, она мне тоже спросить впечатление. Пойдем, быстрее. Сюда. Рамир, иди сюда. Быстрее, Рамир, здесь. Ой, вот здесь клевый свет. Пойдем, Рамир, быстрее. Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодня в парке? Понятно. Да, пойдем. Рамир! А вам как? Это был самый клёвый вообще в моей жизни трип. Единственное, я говорю, этот, мы не попали на такие прям взрослые горки. Вот, но в следующий раз мы обязательно попадем. Не попали, потому что у него возраст не позволял. Да, у него просто он и возраст, и рост. И рост, а да. Там по росту везде они смотрят, там не смотрят возраст. Вот. Но даже при всем этом мы просто, короче, облазили все самые клевые места, которые там есть. Это вообще супер впечатление. И. А тебе как скажи, Рамирчик, вот сегодняшний парк понравился? Рамир. Да. Это все, да? Все доброго. Скажи, Рамир, как, где ты там был? Что делал? Ну что тебе понравилось там больше всего? Самый клевый, какой был аттракцион? Вампиры. Банкиры? Вампиры. Так, как ты хочешь сесть? Ну ладно. Это практически прощали, но еще в аэропорту мы скажем до свидания. Да, почти прощали. Да. У тебя ноги не хватит. Все, пока. Все, пока. Рамир. Все, пока, пока. Все, ребят, проводил. Пойду.